Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня вот работаем дальше. Пересаживаем лобелию. Подстригла я ее. Камера не передает, она темно-темно-синяя. Вот большие горшочки. Вот так вот. Ну, просто захотелось мне показать вам. До торговли осталась неделя. И чем я тут занимаюсь? Ну, вот так вот. Шляпки примеряю своим девчонкам, если честно. Ой. Ну, работаем, конечно. Вот. Зацветают калибрушки, компонулки. Тут вот такая красота. Такая. Вот смотрите. Подсказки себе пишу. В чем же лучше будет мои калибрахоа? Такая красота. Вербена подросла. Махровая петунья. Лапки выпускает. Сегодня делала заставку на Авито себе. Вот фотографировала цветочки. Что из вегетативки распустилось. Веселые ребятки. Требуют рассадки. Яргинчики. Калибрушки начали дружно цвести. И все новые и новые сорта распускаются. Какая красота. Ну, а вот это что же это за такое? Ну, какой-то сорт. Кому-то даже такие растения нравятся, как монстрики, например. Помните, здесь были плошки, я вам показывала. Они уже рассажены. На это место уже встали другие плошки. Вот, дихондрочка здесь. И такой красавчик. Агерантемум. Зацветает розовый, махровый. Нежнятина. А здесь посмотрите, ну просто какой у меня фронт работы. Смотрю, и глаза боятся, руки делают. Томатики. Это у нас бархатцы. Ну вот здесь вот меня прям освободили от работы. Ну это аспарагус, и абутилон не взошел вообще. Там чуть-чуть статится, и вот такая интересная циния мелкая, оранжевая. Попробуем. А это тонколистные бархатцы. Первый раз их пробую. Ну, вот это тоже надо будет все равно рассаживать, распикировать, потому что ну, так густо не пойдет. Будут они продаваться также ящики, дерганкой, но такая такое загущение непозволительно. Вот здесь тоже зацветает калибрушка, даже уже в таких маленьких черенках. Видите, укоренение замечательное. Сейчас попробую вытащить, если у меня получится. Ну да, вот такая корневая. Вот, многие продают вот так. Я так не продаю, я пересаживаю. 0,2 стаканчика. Продаю только в нем. Гвоздичка тоже. Уже, наверное, хорошенькая. Да, тоже пора пересаживать. Ну, что вам еще показать? Вот моя работа. Алисум потихоньку приходит в себя. Вербенки тут внизу хорошо. Ну, вот. У меня растения вот в таком виде продаются. Вот одно. Вот видите, вот такое вот. Уже пересаженное, уже то, что привыкло к воздуху. Вот там. Под стеллажами стоят петуньки. Петуньки кустовые, как вы видите, здесь их нету. Будет. Так, ну что у нас вербена? Вербена тоже. Посмотрим, как выглядит. Тоже замечательно. Тоже можно распикировать. Вот про монстриков я вам говорила. Вот такие монстрики. Кому-то они очень нравятся. А это петхуа. Как она правильно называется? Назовите мне ее, пожалуйста. Чинамон, правильно же? А, ну вот так, новые сорта. Вот аморы. Не фиеста, а какая-то другая. Тоже, может, кто знает, пишите. Потому что амора фиеста, вот она. Красавица набирает цветочек. Такая красивая расцветка. Ой, вообще замечательно. Так. Мисс Мармеловус, конечно, хотела вам показать. Вот такая красотуля. Спарклинг тоже меня радует. Ну, кустики. Да, маловато. По-хорошему надо все подстригать. Пусть кусты разрастаются. Ну, красоты-то ведь тоже хочется. Мы же ведь так долго ее ждали.